Так, ну что же, здравствуйте всем. Еще раз. Вот ситуация следующая. Заказчица вот уже третий раз переделываем, очевидно, да. Переделывать будем вот это вот колечко с аметистом. По третьему кругу. Но я не против, в общем-то, поработать с красотой. А что нужно? Нужно, грубо говоря, извлечь камень. Вот, в общем-то. Сейчас будем его извлекать. Заодно вы можете понаблюдать, что происходит с серебром после вот, ну сколько прошло времени. Около года, наверное, если мне память не изменяет. Вот. То есть, в принципе, патина, вот даже вот самое такое вот здесь, ну, место, которое будет контакту подвергаться затиранию, вот эта вот линейка, линия, она все еще в цвете. Ну да ладно, не суть. Начнем. Ну, с Богом. Закон Архимеда, думаю, все помнят. Дайте мне точку опоры, я переверну всю землю. Вот здесь такая же ситуация. Вот эта вот линейка. Она как раз и давала вот эту точку опоры камню, который, ну, не физически не мог фиксироваться на этом состоянии. Вот, стало быть. Камень извлечен. И задача такова, что нужно сточить вот эту заднюю одну часть кабошончика. Грубо говоря, превратить готов кабошона в кабошон. Вот чем и займемся на досуге. Что касается этого дела, то мы сейчас вот эту часть вот освободим. Ну, тут совсем тоненький такой слойчик внизу. Вот. Ну а дальше уже поглядим. Дальше уже поглядим. Может быть, даже вот эти боковые грани я и оставлю. Посмотрим, как оно дальше получится. Вот это пока в резерв. Убираем. Ну и все. Далее сточим нижнюю часть. Возможно, придется вверх. Да, придется вверх тоже полирнуть. По той простой причине, что здесь я оставлял зев гравером. Для того, чтобы лучше держалось только проводящий слой. Ну, в общем, полировка покажет все, скажем так. Особенность данной заказчицы, женщины, в том, что ей нравится, когда металл вот накрывает камень, то есть металл, ну, фактически максимально закрывает камень. Большинство этого не любит. Я лично считаю, когда есть какая-то гармония металла и камня, это, мне кажется, потрясающе. И слишком типично, когда камень наивно, пошло оголен, а металл — это просто вот металл. Все равно, когда это гальванический металл, здесь должна быть какая-то вот гармония, какая-то игра, чтобы металл и камень, они как бы вот друг с другом как были в танце. Тут не будет даваться, ну вот в случае, допустим, нашей вот декоративной гальванопластика, камнерезная обработка и так далее, здесь не будет такого, что акцент делается на камне, допустим. То есть, конечно, если это какой-то опал, то это другая история. А если это аметист, полупрозрачный камень, то вообще обалденно получается вещи. В том плане, что свет внутри преломляется, попадает, а там снутри еще медь начинает сиять. И на выходе мы имеем что-то, ну, неописуемое. Ну, кто помнит предыдущие ролики, можете посмотреть, если интересно. Два раза я переделал этот гарнитур, там были серьги и кольцо. И вот два раза была переделка, поэтому вот это уже третье. Посмотрите, интересно. Ссылку оставлю. До встречи. Ну вот, как видно, камень уже был ободран, сошлифован. Сейчас будет легкая приполировка с наружной части, поскольку есть природные микротрещинки. Вот, вот такая красота уже получается, как видно. Небольшое такое зеркало, назовем его так, проявляется в камне. Это будет очень классно потом в процессе играть на пальчике. Как мы помним, мы переделываем камень из кольца под кольцо. Thank you.
мы сейчас умеем. Не знаю, как показать. Да, вот такая вот. Такой вот пятачок интересный получается. Ну и, соответственно, сейчас покажем заказчику. Вот шинка будет вот здесь вот. Возможно, вот эти вот боковые грани даже оставлю, чтобы было три точки опоры опять же. Но это сейчас будем обсуждать с заказчиком. То есть вот такая ситуация получается. В общем, работаем дальше. День добрый. Вот что у нас получилось. Вот задняя сторона была сошлифована здесь, то есть снята. Вот такой пятачок получается. Вот. Ну и что я предлагаю? В общем, здесь тоже дополировано все, чтобы вновь зеркало вернуть после контакта с металлом, скажем так, механическим.